Хоккеисты «Югры» готовятся к новому сезону. Накануне команда вернулась в Ханты-Мансийск после отпуска. Сегодня часть игроков уже прошла углубленный медицинский осмотр. Завтра посетят специалистов и другие мамонты. За полдня хоккеисты посетили дюжину врачей. Особое внимание на медосмотре уделяют работе сердца. Его проверяют под воздействием физической нагрузки. Каждый игрок по 20 минут крутил педали на велотренажере. Нагрузка при этом постепенно увеличивается, а все данные отображаются на мониторе у врача. После получения всех необходимых медицинских заключений команда сможет приступить к регулярным тренировкам на земле и на льду. Первый подготовительный сбор по традиции пройдет в Курганово. Хоккеисты приехали в хорошем настроении и готовы к новым победам. На самом деле постарались максимально абстрагироваться, постарался я, по крайней мере, да, за всю команду не могу сказать, я максимально абстрагировался от того сезона, да, потому что достаточно много эмоций затратил чемпионат регулярный, ну и тем более плов, да. Максимально побыл с семьей, уделил время детям обоим, и старшему, и младшему ребенку. Съездили, отдохнули на недельку на море и, в принципе, с полной уверенностью в своих силах заходим в новую предсезонку, в новый сезон.